Всем привет, дорогие друзья! Очередная посылка из Китая. Вскрываем. И что же тут пришло? Вот такой вот маленький, господи, совсем кошмар какой-то. Китайцы уже дуреют, по-моему. Кто не знает, что это и зачем это нужно, рассказываю. Это вот такой вот носик. Вот он такой длины, 30 сантиметров, пожалуйста. Ставим его, вот он гнется, изгибается. И мы можем направлять, к примеру, я его себе покупал для того, чтобы на токарный станок сделать подачу жидкости. СОЖ. Система охлаждающей жидкости. Стоит недорого. Вещь полная, знаю. Все, всем спасибо. Всем пока. Ссылка в описании. Подписываемся, ставим лайки.